Саму душу раб твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел на территории Химкинского управления МВД прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски первому начальнику УВД Сергею Ефремову. После литургии сотрудники полиции и приглашенные гости возложили цветы. В июле 1962 года Ефремов Сергей Иванович назначен начальником отдела милиции Химкинского горсовета и оставался на данной должности более 20 лет. За добросовестное исполнение служебных обязанностей Ефремов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также 9 ведомственными медалями. Сергей Ефремов более 40 лет посвятил службе в органах внутренних дел. Прошел войну, где был командиром взвода Химкинского истребительного батальона. С 45 по 46 год проходил службу в отделе контрразведки СМЕРШ. После продолжил работу в уголовном розыске. Начальником Химкинского управления он стал в 40 лет и проработал здесь до самой пенсии. Почтить память бывшего начальника собрались сослуживцы и нынешние сотрудники полиции. Сергей Иванович, ну, конечно, он был принципиальный, жесткий человек, но он всегда был лицом к личному составу. Когда люди в чем-то нуждались, он внимательно к этому относился, всегда содействовал. Но в получении, кто нуждался, в получении жилой площади, там, в получении земельных участков, ребята, вновь пришедшие из других регионов, получали общежития. Служа образом порядочности и принципиальности при жизни, он и сейчас дает пример молодым полицейским. А мемориальная табличка Сергея Ефремова отныне будет для них нравственным маяком. Сервер Бикмабетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.